Ну что же, школьнички, улыбочку, этим очень холодным осенним утром я лежу в теплой кровати, а вы вынуждены с опущенным грустным ебалом идти куда, наверное, последнее место, кто вообще захотел бы туда идти. Что поделать, каждому свое, как говорится. Не подумайте, что я злорадствую над вами, но я думаю, сейчас мне завидуют абсолютно все школьнички, потому что сейчас я лежу в кровати, а буквально через 5-10 минут буду смотреть высококачественный сериал «Сверхъестественное». В это время буду жрать, пить чай и наслаждаться свободой жизни, которую сейчас забрали у вас. Забрали у вас, если честно, если говорить честно, я даже, вот сейчас вспоминаю, мне там, родители утром, перед школой говорили какие-то мотивирующие слова в стиле «давай там иди, грызи гранит науки, хули». И вот в такой момент действительно даже я сторонник этих свободных отношений без детей, без еще каких-то обязательств. Даже мне хочется завести детей, чтобы, лишь для того, чтобы он тоже так мотивировать их, так сказать, то есть чтобы видеть, как они будут идти в школу, как они будут, в особенности я бы вообще хотел, чтобы они были социофобами, чтобы они вообще прочувствовали все то, что прочувствовал я. Естественно, делать я этого не буду, потому что, вот такая, так сказать, месть, или как ее назвать, я считаю, что все же это слишком жестко, Эх, сколько там на часах, бля? Часов 8. Часов 8 уже, наверное, зазвенел, пел в урок, вся хуйня. Уже все охуели, блядь. Да как давно этого не было, сейчас какая-то, бля. Мария Ивановна уже заходит в класс, бля. Что, дети, вы так долго этого ждали, бля. Наконец-то, довольны, бля. И еще наверняка будет какая-то хуйня в стиле. Вы стали еще на один год старше, на один год умнее, и многие еще, не с тех, кто не осознали, что они уже находятся в школе, полнейший пиздец, пытаются разговаривать на уроке, и в этот момент вот эта же Марьяна Ивановна громко закричит что-то в стиле: все, лето позади, теперь готовы здесь завалить ебальники, пришло учеба, все бля. Да уж. Конечно, это полнейший пиздец. Вот я, планирую снять видео ужасы. Ужасы школы для социофоба и хикана. То есть что? Самое хуёвое вообще в школе. Это даже не уроки, а я думаю, многие догадались, что именно. То есть в любом классе есть несколько забитых чмошников, социофобу, хикана, в числе которых в свое время был я. А теперь в числе которых вы, наверняка все мои подписчики вот такие же. Кто еще учится в школе? Что же, а я сейчас еще полежу, пожалуй, Благо, есть, такая возможность. Уж очень хочется спать. Ой, извините, я... Не подумайте, что я пытаюсь выебываться, как-то шутить над вами. Не, просто... Очень хорошо. Как же охуенно, проснуться
ранним утром, ну, насладиться там прохладным воздухом, ну, посмотреть в окно, там, в том числе на вот этих школьничков, которые сейчас идут в школу, и на их лице видно одно, виден, ну, полнейший пиздец, полнейший ужас. То есть у них на лице читается лишь одно. Ну, как будто у них там, ну, перед, ну, как будто они там вообще увидели, что там, как будто у них перед глазами там, не знаю, бля, ну, какое-то, ну, привидение, бля, или как будто сама смерть там, и от ужаса у них застыли ебальники до сих пор. Ну, школа это еще намного более жестче. Ну, ладно, не буду вас отвлекать там. Давайте там учитесь. Учение света, не учение тьмы. А я пойду смотреть охуительный сериальчик. В общем, было такое видео. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.